Если бы я был кем-то еще, я бы очень себя любил. Но это же не так? Нет. Поэтому я себя не люблю. Если бы у меня была яхта, совершил бы на ней кругосветное плавание. Есть у меня яхта? Нет. Так что, надо прекратить об этом мечтать, пока не поздно. Если бы я не заикался, смог бы стать хорошим диджеем. Я заикаюсь? Да. Значит, вместо диджейства мне остается только заикаться. Группа Green Tea представляет «Если бы я был тобой». Мне нравится красное вино хорошей выдержки. Оно полно солнечного света, терпкое и страстное, красиво льющееся в бокал с нежнейшими пузырьками воздуха. Еще более ароматное и необыкновенное. Когда делаешь маленький глоток и чувствуешь его на языке, такое гладкое и шелковистое. Наконец, оно медленно опускается в горло, даря потрясающее послевкусие. Официант, принесите лучше красное вино. Не боишься, что жена проверит твой телефон? Прекрати мне названивать. Почему сам ко мне не приходишь? Значит, я для тебя просто замена? Девушка, куда едем? Не знаю. Может, на север? Есть билеты до севера. Да, есть до Мохе. Ну как, Мохе подойдет? Не боитесь на Северный полюс попасть? Вообще-то там жуткая сушь. Может, на юг? Слушайте, может, определитесь наконец? Хватит. Больше дела, меньше слов. Куда вы, туда и я. В тюрьму его. А ну стоять! Стой! Господин полицейский, подарите мне билет. Нет. Стойте! Я знала, что вы не согласитесь. По вашему лицу видно, что вы всегда жестко следуете правилам. Достаточно. Может, все-таки передумаете? У каждого человека есть свое хобби. Мне нравится прикалываться над людьми. Вот как сейчас. Ешь, все нормально. Ешь. Ешь. Если надо, мы еще тебе купим. To do.
замкнутые. Сами видите. Еще одно хобби. Я ловелас. Добрый вечер. Вы находитесь на волне 96.8 FM. С вами радиостанция City Music. Я диджей Шань Минь. Согласно прогнозу, сейчас нам начнется сильная магнитная буря. Примерно 9 баллов. Но не стоит беспокоиться. Она вам не повредит. Что ж, вернемся к делам земным. Через каких-то пару часов природа мне дарует то, чего я так долго жду. И тогда я смогу спасти этот бездуховный мир. Шаньминь, ты еще не встал? Скоро обед. Ты такой ленивый. Поторопись. Ужасный бардак. Я нашла тебе девушку. Смотри. 26 лет. Неплохая фигурка. А посмотри на эту. 22 года. Воспитательница в детском саду. Совсем юная, полна сил. Милая личика. 28 лет. Она адвокат. Учится в аспирантуре. Занимается недвижимостью. Зрелая и серьезная. У нее отличная семья. Да, старушка лет 10 будет меня еще радовать. Эй, обязательно так придираться? А что надо брать не глядя? Красавица, могу я тебя угостить? Добрый вечер. Вы слушаете 96.8 FM, радиостанцию City Music. Меня зовут Шань Минь. Мне всегда нравилась цитата Айлин Чжан. Среди миллиона людей вы встретите именно того, кто вам нужен. За миллион лет в бесконечном пути времени нет понятий, поздно или рано. Стоит лишь пожелать, и все сбудется. Я тут! Хорошо. Вот сегодняшний сценарий. До дна. Еще одну. Я хочу вернуться. Нет.
Вы должны послушать передачу нашей радиостанции. Откройте в себе позитивные стороны. Знай себя. Знай наших врагов. Только так можно победить. Совещание окончено. Шаньминь! Стой! В чем дело? Если случилось что-то плохое, выскажись, тебе станет легче. Ты похудел. Честно? Тебя просто рубашка стройнит. Ненавижу тебя. Куда ты? Домой спать пошел? Отстань, мне сценарий надо писать. Нет, сперва ты мне поможешь. Я говорил с девушкой по скайпу, только поставил твою фотку. Мою фотку? Надо быть честным. Таким обманщиком, как ты, никогда ничего не добиться. Я верю, что сила любви безгранична. Безгранична только сила рисовых пирожков. Что за бред? Сможешь меня сегодня заменить? Тогда поторопимся. Хочу найти свою любовь, как в легендах. Вот что я тебе скажу. Объяснишь ей, что к чему, и можешь идти. Больше ничего не делай. Но надо ведь посмотреть, что там за горячая штучка. Нет, я с таким трудом с ней познакомился. Не волнуйся. За кого ты меня принимаешь? За идиота! Ты правда решила уйти? Тебе наложили 6 швов. Надо же оправдать счета за лечение на несколько тысяч. Почему меня обвиняешь, если сам виноват? Заткнись. Это она. Значит, все же, не все в интернете ботаники. Привет, меня зовут Сяо Ай. О, привет, меня Шань Минь. Не нужно ничего говорить. Ты имеешь сильную харизму, бесчувственный. Тебе плевать на чужие переживания, упрямый. Легко веришь людям. В том числе противоположного пола, да? Когда мы пожали руки, твои ладони слегка вспотели, и ты довольно легко балансировал на грани грубости и вежливости. Какого черта? Хоть ты и выключила телефон, я нашел тебя. Иди к мамочке, ей и указывай, что делать. Ты можешь трогать мои деньги, а ты не можешь трогать мою девушку. И что? Ты обо мне беспокоишься или о счетах за лечение? Вам обоим придется объяснить, что тут происходит. Не желаю я с тобой говорить, свинья. Умереть захотел? Что вы делаете? Пустите! Стоять! Что вы делаете? Что вы творите? Стоять! Не с места! Отпустите! Мой зонт! Мой зонт! Шаньминь, бежим! Подожди меня! Thank you.
Что это со мной? Господи, как это произошло? Почему я стою перед собой? Козёл! Разве можно бить женщин? Стой! Прекрати ее лупить! Имя, профессия, домашний адрес. Я водитель такси. Живу по адресу. Хотел их разнять. Есть свидетели. Зачем было лезть в драку? Почему вы мне не верите? Разве не понятно, что это была ссора влюбленной парочки? И правда. Эй, вы, хватит миловаться. Идите отсюда. Что? Нужно вместо меня позвонить. Зачем? Мне надо кое с кем поговорить. А как я ему позвоню-то? Ты меня подставил. Никакой порядочности. Он тебя ругает. Скажи, пусть один идет на работу. Я потом все объясню. Да. Он сказал, чтобы ты шел на работу, он потом все объяснит. Что ты сказал? Алло! Алло, кто это он? Он? Он это я. Хватит пороть чушь! Что за бред? Ты совсем дура, что ли? Идиот! Что? Мне надо пописать. Разные бывают друзья. Некоторые на все ради вас готовы, а некоторые просто настоящие предатели. Следующая песня звучит для всех друзей. Все пропало. Теперь за девушками не приударить. Он что, порноактер? Мне кажется, мы такие потому, что нас ударило молнией. Слышал, что я сказала? Ты куда? Пойду, куда пожелаю. Да иди, куда хочешь. Только ты мое тело с собой прихватила. Это все из-за тебя. Вот что я тебе скажу. Пока не поменяемся телами, никто никуда не идет. Да как поменяться-то? Другой молнии ждать? Мне надо забрать свой багаж. А мне плевать. Сперва придумаем план, как поменяться обратно. Почему чужой лифчик снимать куда проще? Никак не получается. Не трогай! Я тебе не верю. Буду спать рядом. Спать со мной? Я тебе тоже не верю. Ты в порядке? Где болит? Здесь, 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 здесь! Не трогай! Маньяк! Не трогай!
Дождь идет. Откуда взяться пожару? Вон, пожарные машины несутся. Идиотка. Они просто везут воду. Не знала, что ли? Думаешь, будет гром? Надо подождать. Да. 60 юаней. Я плачу. Ты о чем? У нас 120 юаней на двоих. Я понял. О чем вы говорили? Это очень тяжело. Вы снова хотите стать женщиной? Да. Не беспокойтесь, не такая уж это и проблема. Вы хотите поменяться с ним телами? Доктор, да вы просто гений. Алло? Психиатрическая клиника? Остановите! Остановите их! Я простудился. Кто меня сегодня заменит? Возьми трубку. Тебе конец. Это Пончик. Ответь за меня. Соглашайся, чтобы он не сказал. Алло? Да. Хорошо. В чем дело? Он просил заменить его сегодня вечером. Нет, вроде попросил поработать за него. Почему ты не отказала? Ты сам попросил соглашаться. Он сказал, что сильно простудился. Слушай, я могу пойти. Ты думаешь, это так же просто, как шопингом заниматься? Что ты сможешь? Ты меня научишь. Слушай, что за работу? Нужно выполнять ночью. Тебе платят? За количество раз или за час? За час. Тогда 200. Это грабеж. 50. Делаешь все, что я скажу. Поняла. Тот самый толстяк, что общался с тобой онлайн. Только он фотку мою поставил. Пошел на свидание, а меня оставил с сумками. А ты молодец, жирный. Хорошо с фотками придумал. Ах ты! Эй! Тихо-тихо! Все ведь когда-нибудь ошибаются. Что это за друг? Я хочу вот эту песню поставить. Нельзя. Чего? Нет. Она мне нравится. Нет, сказал. Если не поставишь, я уйду. Ладно. Только сперва прочти сценарий. Через 3 секунды. 3, 2, 1. Добрый вечер. Вы слушаете 96.8 FM, радиостанцию City Music. Меня зовут Шань Минь. Шань Минь, запомни этот момент. Ты больше не заикаешься. Выглядишь умнее, чем мог бы себе представить. Что? На экскурсии? Какая там экскурсия? Я отлить хотел. Я просто... Шань Минь говорил,
Что это с тобой, я познакомилась? Можешь его не прикрывать? Я и не надеялся на эту любовь по интернету. В любом случае, чем я могла помочь? Но именно я с тобой общался. Свинина несчастная! Думаешь, можно спать, где приспичило? Да еще и похрюкивая. Ты хоть знала, что храпишь в прямом эфире? Хочешь до инфаркта меня довести? Что поделать, если я устала? Кстати, ты сам страшно храпишь. Хорошо, Сяой. Так как сейчас мы в одной лодке, нужно помогать друг другу. Давай заключим договор. Хорошо. Решим все наши вопросы. Ладно. Во-первых, работать за другого. И в точности выполнять то, о чем он просит. Во-вторых, уважать и защищать чужое тело. В-третьих, деньги у нас не общие. Хорошо. Я вчера за тебя работала. Так что плати. А потом твоя очередь работать за меня. Что за работа? Встречаться с мужчинами. Что? Это как? Я? Это ты. Волосы не трогать! Что? Мои волосы! Отвали! Мама? А ты сильная? Ну знаешь, я живым не сдамся. Приходите вдвоем на обед в воскресенье. Даже подождать не могли. Я вчера за тебя допоздна пахала. Теперь и сыном притворяться. Пора тебе и на меня повкалывать. Ладно. Но сперва договоримся. Мое тело не продается. Ладно. Заключим договор. Я сама тебя одену. Надо купить новую одежду, и ты поучишься ходить, сидеть, улыбаться и быть изящным. А еще ты побрызгаешься духами. Не хочу быть похожим на тефтельку, которую так и норовят сожрать. Знаешь, чем девушка отличается от женщины? Девственностью? Извращенец! Умением носить каблуки!
Сперва надо представиться. Мужчина. Хобби. Женщины. Широкие интересы. Ничего не скажешь. Раньше никогда не общался онлайн. Ты исключение. Я тоже с мужчинами никогда не встречалась. Ты недоразумение. Почему? Потому что люблю женщин. В таком случае поделюсь с тобой секретом. Я женщина. И у меня тоже есть секретик. Раньше я была мужиком. Значит, в прошлой жизни ты была моей, киска. Моя киса вон там. Супруг. Утверждает, что раньше был женщиной. А что, пусть присоединяется. Да вы оба придурки, извращенцы. Отвратительно. Что же ты ему голову дурил? Смотри, как напугал. Оплати счет. Чего? Ты встречаешься, а я плачу? Кофе пил. Мужика отшил. Я с ним для тебя встречался. Это... пофигу. Платить должен мужчина. А я женщина. Великолепно. Я удовлетворен. Вы удовлетворены чего? Всего минуту знакомы. Мы взрослые люди. К чему притворство? Хочу найти девушку для долгих отношений. Я бы ей платил, она не мешала бы моей жизни. Вы знаете, сколько я беру за услуги? Нет, нет, не говори так. Мне не нужна девчонка по вызову. В чем разница-то? Мне хочется свободы, волнительной связи. Но я не хочу нарушать правила, продиктованные общественной моралью. Поэтому могу только подстраиваться. С виду образованный мужик. А сами даже не считаете нужным притворяться? Люди — всего лишь набор химических формул. То же самое с нашими желаниями, как и животные. Мы находимся в естественной среде, только ведем себя немного иначе. Ну да, конечно. Так вот что вам нужно, старый извращенец. Вы... Возможно, я слишком забегаю вперед, и наши души не успели войти в контакт. Верно. Одеваетесь, как осел дурной, и бежите вперед. Вы оскорбили меня, но вам не оскорбить мое чувство стиля в одежде. На драку нарываетесь, а? Что это? И этот ушел. Это все ты. Тупой, как бревно. Да, я тупой. Ну да. Я не умею очаровывать мужиков. Может, покажешь, как? Ладно уж. Покажу, так и быть. Мы где-то встречались. Возможно. Вот я и говорю. Тогда, позвольте, я найду между нами сходство. Сейчас прочитаю будущее на ладони. Ты кто? Мой бывший парень, Шаньминь. Самовлюбленный болван. Чего тебе надо? Быстрее! Чего плетешься? Как мне себя вести у тебя дома? Смотри телек и не заморачивайся. Так просто? А когда увижу твоего отца? Как его называть? То есть? Ну, папа... папочка... или... отец. Отец. По барабану. То есть как это? Держи. Быстрее. Что делать? Я нервничаю.
Повтори, что ты говорила. Мужчину зови папой, женщину мамой. Меньше говори, больше ешь. Открывай. Я дома. Шаньминь, скорее представь свою девушку. Это моя коллега по работе. Ее зовут Сяо Ай. Сяо Ай, а это... Это все люди. Никаких манер. Представь всех по очереди. О. Старший брат отца. Старший брат отца. Младший брат отца. Младший брат отца. Дядя. Дядя. Младший дядя. Младший дядя. Младшая тетя. Младшая тетя. Папа. О, пап! Привет, привет! Шаньминь, про меня забыл. Невестка. Невестка? Невестка. Всем приятного аппетита. Давайте кушать. Кушайте. Много не пей. Да, ладно, ладно. Сынок, вот, попробуй. Корень лотоса с томатом. Специально для тебя. Спасибо, мам. Сяо Ай, ты тоже кушай, не стесняйся. Вот, креветок отведай. Мам, пап, давайте потом сфотографируемся вместе. Хорошо. Хорошо. Отличное предложение. Так, все смотрят сюда. Шаньминь, иди сюда, скорее. Да. Корень лотоса был наивкуснейший. Давай еще как-нибудь заглянем к твоим. Давно зубы не вставляла. Это моя мама, не твоя. Ты просто захватила мое место. Но ты сейчас в другом теле, а я член твоей семьи. Ты что, щипаешься? На красотку можешь и в зеркале посмотреть. Ох, девочка, да ты просто нечто. Улыбнись для меня. Поговори с собой, встань прямо. Не хочешь? Тогда я сам тебе улыбнусь. Хочешь по морде получить? Козел. Мы обменялись телами, но не талантами, господин директор. Держи себя в руках. Знаю, я был неправ. Буду готовить и заботиться о тебе каждый день. Всю трудную и утомительную работу, которую делают мужчины. Я готов выполнять только для тебя. Добавь себе в заметки. И не мечтай. Из моего дома. Это я, Шаньминь. Кто докажет, что ты это он? Ты не Шаньминь. Какая огромная квартира. Всегда мечтала жить в такой громадине. А я мечтал жить на яхте. Но это только мечты. Хорошо, когда есть мечта. Вы находитесь на волне 96,8 FM. Слушай, Шаньминь, не думай о том, что ты заикаешься. Разве заика может вести радиопередачу? О чем это ты? Тебя-то каким боком это касается? Заткнись! Это что, запрещено законом? Делай то, что должен. Ты выпалил это, ни разу не заикнувшись. И очень четко. Это так странно. Недавно я вполне успешно вел передачи. И что потом случилось? Меня
Послали ведущим на радиостанцию. Кто бы мог подумать, что меня сразу утвердят как диджея. Быстрее, включи микрофон! Включай! С тех пор я почему-то стал заикаться. И что было потом? Потом я стал писать сценарии. Но ты ведь хочешь стать диджеем? Не знаю. Наверное. Тогда надо бороться. Правда, путь к твоей мечте будет полон препятствий. Пока я думал о громе, открыл кое-что потрясающее. Зачем ты превратил пушистое яйцо в эту гадость? То, как мы сейчас выглядим, не похоже ни на мужчину, ни на женщину. В чем же причина спасения в этой штуке? Сейчас покажу. Спаси меня! Я много раз экспериментировал. Не буду ведь я просто так издеваться над своим телом, верно? Не хочу. Очень просто. Сейчас покажу. Шаньминь! Шаньминь! Шаньминь, ты как? Ты в порядке, Шаньминь? Ты похожа на рисовый пирожок. Спам-сообщение от сельскохозяйственного банка. Здравствуйте. Центр кредитных карт. Хочу рис со свининой. Это центр кредитных карт. А, так вы не Пончик? Извините, номером ошибся. Ерунда какая-то. Алло, здравствуйте. Центр кредитных карт? Да. Хочу рис со свининой. Спятила? В банке не продают рис со свининой. Центр кредитных карт сельскохозяйственного банка? Да, здравствуйте. Меня никто не искал. А кто вы? Пончик. Я Пончик, доставляю рис со свининой. Я Пончик, развозящий рис. Вы находитесь на волне 96,8 FM. Я этим вечером... Погоди, погоди. Опусти руки, не двигай ими. Здравствуйте. Сегодня вечером я... Ничего не могу с ними поделать. Сможешь, я помогу. Не могу, не хочу. Ладно, продолжай. Я руки тебе подержу. Я ваш диджей на сегодняшний вечер. Не могу, не могу. Сяой, скорее ответь на звонок. В чем дело? Что за спешка? Только не дергайся. Ее имя Юй-дядя, но я зову ее Юй-эр. Юй-эр? Как еда для собак. Собачий корм? Ой, Юй-эр. Что ты несешь? Шаньминь, дурацкая шутка. Где ты прячешься? Хочу увидеть тебя. Хочешь меня увидеть? Я не могу, Юй-эр. Сегодня вечером ужинаю с женой. Потом мы будем смотреть кино. Что за чушь ты несешь? Просто хотела тебе угодить. Я просил говорить про кино и собачью жратву.
Беда не приходит одна. Звонит, зараза. Я отвечу, отвечу. Нет! Кто там? Дай посмотреть, кто там. Вали отсюда! Шаньминь, немедленно открой. Помоги мне, спрячься. Шаньминь, открой. Это ты должен прятаться. Прятаться ему понадобилось. Скрывался от меня 2 дня подряд. На звонки не отвечал. Какой сильный акцент. Нашел себе новую девушку. И забыл обо мне? У меня и старых немало. Там что, кто-то есть? А я тут пыль вытирала. Чистота, так сказать. О, надо же, испачкалась. Надо бы застирать пятно. Братец! Брат! Иди быстрее, помоги мне уже! Вообще-то, я его двоюродная сестра. И как она в постели? Слушай, не подумай ничего плохого! Между нами ничего нет! Воняет. Будете говорить. Сяой, он молчит. Продолжай. Будете говорить. Говорите. Говорите. Не признаетесь? Говорите. Слово неправильно написал. Еще один штрих добавь. Что за ерунда? Тут я подумала, что-то не так. Совсем дурная. Говорите. Ладно, ладно, скажу. В прошлом... Я 8 раз расставался и 8 раз разводился с женщинами, но до сих пор их не понимаю. Поэтому я решил направить все усилия для исследования, изготовить устройство для обмена душами. Тот самый зонтик, который сгорел. Все для того, чтобы люди могли любить. И не было никаких недоразумений. Можно было бы начать все сначала. Влюбленные могли бы воссоединиться. Вы в своем уме, чокнутый маньяк? Что нам сделать, чтобы поменяться обратно? Мне кажется, вы могли бы влюбиться друг в друга. Пока любите, можете поменяться телами. Старый дурак, я вам покажу, как людей мучить. Выслушайте. Говорите. Нет. Это правда реально. Я говорю правду. Для эксперимента брал скамейки, пока они были полны любви. На них расцвели розы. Со скамейками нас сравниваете? Бей его, Сяой! Стойте, стойте. У вас попросту нет выбора. Конечно, если хотите поменяться. Вам придется полюбить друг друга. Это невозможно. Любовь с первого взгляда. Дубль 2. У меня не осталось воды. Провал. Быстрее! Можешь ритм соблюдать?
Никаких эмоций. Провал. Любовь посредством танцев и песен. Всем привет! Вы находитесь на волне 96.8 FM. С вами я, диджей Шань Минь. Песню, которую вы слышали, называется «Редиска». А следующая песня – «Цинхай, Тибет». Провал. Где твой хозяин? Таншен, вы не собираетесь паломничать? Нет, нет, уже передумал. Там сейчас много медведей. Толком пожить не успел малец. А уже беспорядки наводит. Вообще-то я Кинг-Конг, из Америки. Любая обезьяна, неважно откуда. Это нарушение закона. Да. Провал. Я тебя хочу. А? Кажется, что причина того, что мы до сих пор не поменялись, в том, что слишком миндальничали. Если посмотреть, так бывает в кино. Там следующий шаг после свидания — секс. Таким способом мы сможем достичь гармонии тел и души. Ты меня слышишь? Я не настолько доступен. Нет, ты доступен. И не притворяйся невинной ромашкой. Меняешь женщин, как трусы. Когда меняешь одежду, ее хоть постирать можно. А после того, как используешь женщину, просто выбрасываешь ее. Интересно, скольким девушкам ты разрушил жизнь? Почему именно нам всегда достается? Раз уж мне выдалась такая реальная возможность, я позволю вам, мужикам, на своей шкуре испытать... Что такое чувствовать себя униженным? Ты что делаешь? Не убегай! Что ты творишь? Что за дела? Я полицию вызову! Вызывай! Я тебе не позволю! Не беги! Не заставляй меня бить женщину! Хватит! Одна девушка как-то сказала мне, что любовь — это утомительно, и стала меня ненавидеть. Потом она сказала, что ненавидеть было еще больнее, чем любить. Что с тобой? У меня есть один план. Моя идентификационная карточка, банковская карта и сберегательная книжка. Документы на квартиру. Ключи от дома родителей. Да что с тобой? Уж не подумал ли ты, что я сбегу?
Сяой. С тобой было очень интересно. Думаю, мы никогда не станем прежними. Ну что ты? Не пугай меня так. Знаешь, а мне даже нравится. Прежний Шаньминь был эгоистом. Хотел быть хозяином жизни и ничего толком не умел. Нынешнему Шаньминю абсолютно не важно, какую роль он играет. Будь лучше меня. Я много думал и решил ненадолго уехать, сменить образ жизни. Если это из-за того, что случилось вчера вечером, приношу тебе свои извинения. Не забывай навещать родителей вместо меня. Это убийство! Отстань от меня! Если ты покончишь с собой, кто из нас умрет? С этого дня ты будешь мной. А как насчет тебя? Я хочу быть собой. Но я больше не я. Ты станешь собой, и я тебя не потеряю. Ты знаешь, что неизлечимо больна. Я проходил обследование. Я скоро умру. Неужели не замечала, что у тебя идет кровь из носа? Я умру ради тебя. Я не болею. Это ошибка. Я не умру. Если наберешься терпения, возможно, мы обменяемся телами. Ладно, я тебе соврал. Хотел поиграть с жизнью и смертью, чтобы мы могли влюбиться. Мы же пробовали любовь с первого взгляда и романтическую любовь. Даже с разлукой экспериментировали. Чего мы еще не делали? Это ненависть. Где любовь, там и ненависть. Где ненависть, всегда рядом любовь. Кажется, план сработал. Но почему у меня такое странное чувство? Что это? Я купила яхту. Ты продала квартиру? Ты же сам говорил, что хочешь жить на яхте. Откуда мне было взять деньги? Но даже если так, этого очень мало. Не знал? Стоимость квартир возросла в разы. Ты больная, что ли? Сам ты больной. Аферистка! Дуришь людей и крадешь деньги! Иди об стену убейся, придурочная! Вот что я скажу.
Мы не сможем поменяться телами. А все потому, что в тебе ни капли искренности. А ты искренен? Ведешь себя как чертов Казанова. А когда дело дойдет, заикаешься так, что слова не вымолвить. И все твои чертовы колонки тебе не помогают. Это просто дизайн. И знаешь что? Лучше нам подальше быть друг от друга. Сяой. Ну, погоди. Отвали от меня. Напишите свое имя и органы, которые хотели бы пожертвовать. Сердце. Хорошо. Я бы тоже хотел пожертвовать сердце. В двух бланках напишите всю информацию о себе. Сестра, я жертвую свою поджелудочную железу. А я печень. Роговицу. Легкое. Костный мозг. Почку. Все равно она мне не нужна. Ягодицы. Толстую кишку. Это можете не жертвовать. А? Мог бы устроить роскошный банкет. А? Ладно, я все жертвую. Так, давайте бланк. Ничего не сказав, пошел в больницу и продавал мои органы. И что? Для тебя стараюсь. Не надо мне такого старания. На что уставился? Дай-ка мне посмотреть бланк. На свой смотри. Дай мне бланк. Не отдам. Ты чего? Что ты делаешь? Зачем вырываешь? Что ты? Выплюнь. Не думай, что раз ты парень, тебе сойдет все с рук. Выплюнь. Не думай, раз ты самец, я буду слушаться. Рисовый ты пирог. Папа, кто такой самец? У животных так пап называют. Папа, я хочу себе самца. И уговори маму купить мне много-много мороженого. Работа редактора — это непросто. Я нашел тебе замену. Можешь больше не работать. Все вопросы потом. Босс, пора идти. Сегодня у меня куча дел. Вы все еще думаете, это мой план? Нет. Все вышло из-под контроля. Шаньминь, покушай фруктов. Спасибо, что слушаете передачу City Music. Переключи. Посмотри на себя. Никак не расстанешься с этой привычкой. Твой папа постоянно в это время слушает радио. Мам, я дам вам послушать прямой эфир. Спасибо, что слушаете 98.6 FM. Мы начинаем программу City Music. С вами диджей Шаньминь. Благодарим тех, кто каждый день слушает нашу волну, за то, что так нас поддерживаете. А теперь поприветствуйте мою очаровательную коллегу. Да. Шаньминю очень повезло. Я верю, он будет заботиться обо всех, кто его любит. Да,
После тщательного отбора лучшими слушателями недели объявляются мама и папа, моя партнерша и, конечно, я. Призом будет... Роскошная яхта и неделя на Мальдивах. Утром будем наблюдать рассвет. Днем охотиться на акул. На обед съедим огромного омара. Когда солнце садится за океан, наденем вечерние наряды. И будем вместе играть в маджонг. Мои деньги! Беги быстрее! Я мужчина! Сёвай! Ах да, забери это! Сберегательная книжка. Идентификационная карточка. Социальная карта. Банковская карта. Ключи от дома родителей. Сяо Ай. Хочу поесть маминого блюда из корня лотоса. Хочу такого друга, как Пончик. Хочу бриться. Хочу писать стоя. Шаньминь, приходи на радиостанцию и подружку свою захвати. Не забудь.
Подобный прецедент с продажей органов в Китае произошел впервые. Они здесь. Брат, да ты теперь знаменитость. Придешь потом на мою программу? Вы раньше с подругой обсуждали продажу органов. Вы так выражаете свою любовь, Шаньминь? Расскажите нам свою историю любви. В нынешнем обществе многие люди не понимают, что такое любить. Но мы хотели найти более интересный способ выразить свои чувства. Надеюсь, этот шаг укрепит нашу любовь. Идиот! Выходи за него! Я согласен! Ты рисовый пирожок. Совершенно не в моем вкусе. Никаких мускулов. А ты в моем вкусе, моя булочка. Балда. Сяоай, ты где? Сяоай! Я выросла в приюте. Для меня семья всегда была чем-то чужим. Люди обманывают друг друга, чтобы самим жить лучше. А я обманывала, чтобы найти себе дом. На этот раз я нашла то, что нельзя купить за деньги. Но то, что я получила, никогда не будет моим. Игра закончена.
Всем привет! Вы находитесь на волне 96.8 FM. Сегодня мы поговорим о отношениях. Я буду с вами, Шань Минь. Спасибо, что слушаете. Благодаря тебе, Шань Минь всего добьется. Поэтому я хочу спеть песню. От меня ушел самый дорогой мне человек. Я хочу ей сказать, ты — это я. Я не могу тебя потерять. В любой момент она могла быть мной и собой. Если вы это слышите, надеюсь, прибавите звук, чтобы и она могла послушать. Если бы я был тобой, я бы в меня влюбился. Я? Это ты. Прошу, помни это. Посвящается тем, кого мы любим всем сердцем. Озвучено группой Гринти в 2014 году. За предоставленный перевод благодарим фансаб-группу Soul Lights. Закадровый текст читали Максим Коллапс и Анастасия Романова. Над звуком работала Ольга Гринтиева. Спасибо, что были с нами.
都没吐，你吐什么呀？